Всем привет, друзья! С вами снова я. Надоели салаты, надоело шампанское, водка, пиво и так далее. И, короче, свои новогодние каникулы, ребята, я решил разбавить поездкой в какой-нибудь город. Там, где я никого не знаю, меня никто не знает. Короче, дикарем. Или, проще сказать, где не ступала еще моя нога. Сижу я такой, выбираю, думаю, в какой же город мне поехать. И потом приходит мне мысль, а поеду-ка я, ребята, в тот город, в котором играет своя хоккейная команда, со своей историей, со своими победами, ну и проигрышами тоже, которые бывают, к сожалению. Ну и без них не бывает побед. Сижу, в общем, думаю и придумал. Купил электронный билет, распечатал. Сейчас я покажу вам, куда я, в общем, еду. И как раз-таки в этом городе будет проходить хоккейный матч 10-го сезона континентальной хоккейной лиги. Сейчас я вам покажу. Северсталь, Нефтехимик, ребята, играет в этом городе. Угадайте, в какой город я еду и за какую команду болеть в этом городе. Ребята, я еду в Череповец. У-ху! В общем, поеду в такой вот суровый город, который знаменит своей металлургической промышленностью, горнодобывающей промышленностью. В общем, где живут суровые мужики, потому что они куют металл по-настоящему, болеют и поддерживают свою хоккейную команду «Северсталь». Между прочим, «Северсталь» берет свое начало от 18 декабря 1955 года. Ребята, как это было давно. Тогда эта команда еще называлась «Строителями». Потом под свое огненное крыло их взяли металлурги, и команда называлась «Металлург». Но уже в 93-м году команду переименовали в «Северсталь». А в 2008 году «Северсталь» стала одним из первых учредителей континентальной хоккейной лиги. На сегодняшний день команда находится на 9-м месте, 67 очков. Сегодня они сыграли у нас с хоккейной командой Сочи на выезде. К сожалению, у нас «Северсталь» проиграла со счетом 4-1. Но ничего, завтра, точнее 6 числа, они будут играть у себя дома с «Нефтехимиком». Ну а «Нефтехимик» Нижнекамск славится тем, что там тоже завод. И завод является также крупнейшим в России по производству синтетического каучука. Ну а сама команда «Нефтехимик» Нижнекамск, она появилась, конечно же, позже, чем «Северсталь». Они появились в 1968 году. В общем, ребята, пожелайте мне удачи. Сейчас я поеду заправлюсь. И вперед в путь дорогу. Так сказать, навестить город Череповец. Сходить на хоккей. Посмотреть, как живут и чем дышат там люди. Вот такое вот новогоднее приключение я себе выбрал. Поехали. В общем, в данный момент на заправке. Заливаю, кормлю свою любимую машинку на своей любимой заправочке «Роснефть», 92-й бензин, цена 37,29. Кушаем мы много, но куда же без этого, дорога длинная, больше 500 километров. Отщелкнул пистолет, а это значит, что мы заправили с вами, ребята, полный бак аж на 1512 рублей 48 копеек. Ладно, пойдем расплачиваться. Так, заправили полный бак. Пробег у нас сейчас 27.017. Засечем. Все, ребята, пожелайте мне удачи. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Прямо 108 километров,
как сказал мне навигатор Яндекс, а мы едем, и он мне глаголит то, что мы туда прибудем в 5 часов 15 минут ночи. Посмотрим, так ли это. Hello, я в пути, взял с собой немножко питательных элементов, так сказать, чтобы, если что, в нужную минуту взбодриться и не уснуть. Поехали дальше. Северсталь, Череповец. Я еду к вам. Ребята, вот с этой вот компании, ребята, задолбался уже. В очередной раз меня подводит ваш интернет. Он, зараза, опять отвалился. Я просто остановился на заправке, просто купить, попить. Все, интернет уже не пашет. Что за херня-то, а? Не пора ли уже сделать нормальную 4G? В общем, еду. Очень много камер. Проехал Кировск. О! Как только Кировск проехал, сразу на свет потух. Трасса темная. В общем, надо быть внимательно за рулем. Так что, ребята, едем дальше. Я отключаюсь. В общем, вот такая вот дорога, темно, благо на столбиках светоотражающие элементы. Кто-то едет быстро, а я еду с такой крейсерской скоростью 70, 80, 90. Куда торопиться? Тем более Яндекс глаголит то, что я приеду в 5.29. Это рановато как-то, так что я думаю, я успею. Короче, тема продолжается, я еду дальше. На самом деле, вот респект и уважуха дальнобойщикам. Потому что, если едешь куда-то по незнакомой трассе, и не знаешь, куда там поворотики, все вот эти вот нюансы, все дороги, то эти товарищи знают все досконально, всю дорогу, и за ними приятно ехать, и если вы никуда не торопитесь. Но главное вовремя свернуть и не уехать до окончательного пункта ихнего назначения, а достичь своего пункта назначения. Спасибо вам, ребята дальнобойщики, с вами очень приятно ездить. Спасибо дальнобойщику, который меня вел очень долгий путь. Госномер ЕВ-6174, 50-й регион, марку машины, к сожалению, я не увидел. Он поехал дальше, но мне сейчас тем более съезжать уже на следующую дорогу. Так, еду. Дорога очень опасная. Очень много аварийно-опасных участков. Предупреждение о том, что внимание, могут выбежать лось на дорогу. Очень не хочется с таким другом встречаться на дороге. Хочется нормально доехать. Еду. Всем приятного аппетита, кто кушает в той поздний час. Но я же в пути, мой желудочек сказал мне, а не пора ли остановиться немножко, размяться, отдохнуть и тем самым еще и перекусить. Так что, ребята, всем приятного аппетита. У нас небольшой перерывчик. Вот такой вот. В общем, по дороге мне встретился вот такой вот шикарный памятник, посвященный летчикам-героям Второй мировой войны. Еху, ребята, наконец-таки я увидел табличку, что до Череповца мне еще осталось 211 километров. Не, в Ярославль не поедем и в Вологду не поедем. Мы едем в Череповец. Такая вот дорога. Уборочная техника работает. Чистят снежок. Посыпают дорожку. Ибо скользко. Температура такая, плюс 1-0. Наконец-таки. Эй, тем, кто не спит, снова я, снова с вами. Решил не искушать судьбу, потратил чуть больше половины бака. Но фиг его знает, что там дальше с заправками. И поэтому я решил заехать, заправиться на заправочку. Лучше, как говорится, береженого и Бог бережет.
145 до Череповца. 131 до Череповца. 111 до Череповца. А Билайн говно, не работает нифига. Так. Коду 74, Череповец 91. Ребятки, немножко осталось. 51 километр, и я на месте. This is a Череповец 31. 31 километр остался. Блин. Еду. Приближаясь к заданной точке, к городу Череповец, знаете, вот за 15, за 20 километров до города уже в воздухе витает такой запах серы. Чувствуется то, что металлурги рядом уже, рядом металлурги. Ребятки, хеллоу! Я добрался. Вы видите за мной знамя города Череповец. Это значит то, что я достиг своей цели. И я вот пересеку это знамя. И я в этом городе. По-прежнему запах серы. Работает Северсталь. Металлургический горнодобывающий завод. Как приятно. Ребята, я на месте. Слева от меня находится Ледовый дворец. Тот самый дворец, где 6 числа будет играть Северсталь и Нефтехимик Нижнекамск. На светофоре поверните направо. А вот видите, мой Яндекс навигатор глаголит, что мне пора уже ехать. Короче, подъехал я к своей гостинице Планета. Но заселяться я буду чуть позже, в 12 часиков дня. Но сейчас мы, наверное, туда-сюда и поедем смотреть город. Посмотрим, что к чему. Ребята, всем привет! Находимся в городе Череповце, у самого сердца Ледового дворца. Убежал-то пробег хоккей между командами Северсталь и Нефтехимик Нижнекамск. Иду смотреть сувенирчики. Всем привет! Посмотрите, какие красивые собачки! Прям как с выставки! Я сначала подумал, что они искусственные, но они настоящие! Купил сувенирчики в Ледовом дворце, а также в соседнем магазинчике через дорогу. А какие сувенирчики, я вам потом покажу, уже в гостинице, когда заселюсь. В общем, друзья, отсюда начинается завод у нас Северсталь. Здесь находится одна из дом. Я так понял, что это наподобие охлаждающего реактора. Идет пар и пахнет серой очень хорошо. Радио Волна, Череповецкая, Северсталь. Вот мы едем практически по территории завода Северсталь. Я так понял, что это самая основная большая труба этого завода. А вот здесь у нас находится музей металлургической промышленности Северсталь. Да, пейзаж от первого лица прям вообще шикардос. Теперь понятно, почему во всем городе так серый пасет. Вагончики, видимо, сюда привозят сырье. И отсюда же увозят готовую продукцию. Даже, возможно, и в город Санкт-Петербург. Скорее всего, так и есть. Короче, мы, наверное, подъехали к проходной, надо разворачиваться и ехать обратно. Ладно.
Вот так вот работает досмотр пункта на завод «Северсталь». Всем труба трубень. Мировая трубка мира. Нет, погодчик, можно ехать. Пахнет вкусно дровами, прям как в бане лёгкий. Короче, заехал вообще бог знает куда, надо обратно. Видимо, обратно на какую-то проходную. Короче, нам походу сюда. Дядька говорит вот этот вот сюда, ну поехали. Друзья, из-за того, что вот завод находится рядом, поблизости стоят жилые дома, кирпич превращается в вот такой вот цвет. В общем, вся гарь, вся гадость оседает в легкие, и не только, и люди от этого страдают. Так, подхожу к памятнику. Памятник посвящен Второй мировой войне. Здесь написано: выстоявшим в боях, победившим смерть, посвящается. Павших нельзя воскресить, но дело, за которое они боролись, бессмертно. Памятник у нас в виде штыков. Штыки у нас были на винтовках. И с криками «Ура!», со слезами и с гордостью на глазах, за Сталина ура, шли на верную смерть. Павшим героям слава. Ура. Подъехал к ФЭСКО. А это у нас спичечная фабрика в городе Череповце. Здесь изготавливают спички своего собственного производства. Может, удастся, приобрету. Рядом со спичечным заводом находится река Ягорба. Можно наблюдать, как рыбаки рыбачат и пытаются поймать рыбку. Ну, удачи им, пусть у них будет большая рыбка, а не маленькая. В общем, вот так вот происходит все это дело. Люди стараются. Кто-то даже себе установил палатку. Может даже хватит на лето. А рядом с заводом находятся у нас вот такие вот бревна, из которых делают спички, которым поджигают кто газ, кто бенгальские огни, а кто петарды, а кто костер. А вот там вдали у нас дымит фанерный завод, где делают фанеру. Вот они, бревнышки, из которых делаются спички. А вот он дымит фанерно-мебельный завод. Центр города. Красивенько. Воскресенский проспект знаменит своими старыми историческими купеческими деревянными домами. К сожалению, в данный момент их осталось совсем не осталось, но сам Воскресенский проспект остался очень знаменитым. Вот камеру ставят на треноги и пасут добрые. Тоже работают на салатике. Так, вновь приближаемся к заводу «Северсталь».
видим, какое у него добротное облако чистого воздуха в легкие жителей Череповца. Местный гонщик обогнал. Ему позволительно, он все знает. Интересно, сколько тут можно проработать от А до Я. Ужас, ужас. Сколько выбраться? Наичистейшее производство. Но на нем работают настоящие металлурги, настоящие суровые череповецкие мужики. Завод Фосагра делают удобрения на экспорт. Химический завод. Чем пахнет? Надо открыть окошечко. Ужас. А, пахнет-то смачно, конечно, химикатами. Господи. Рядом металл. Да, ребята, скажу я вам, что не каждый здесь может выжить, жить с такими благостными дымлениями воздух. Вкуснотища. А рядышком у нас находится благочестивый завод Сильверсталь. Нахожусь в своей гостинице, посмотрел город Череповец, много всего интересного, много всего понравилось, идем заселяться, гостиница. Даже есть своя русская баня, вот так. Итак, друзья, я в гостиничном номере. Вот так вот выглядит гостиничный номер. Первый этаж. Первый номер. Все как положено. Очень красивая картина. Приятно. Новогоднее настроение. Телевизор какой. Ну и кроватка. Тут можно, я думаю, хорошо выспаться. Развалиться, так сказать. А здесь мои билетики на завтрашний матч. Так, там, наверное, у нас ванная комната. Посмотрим. Так, открываем дверьку. Так. Что-то нет света. А свет у нас... А, вот, наверное, здесь. Вот такая вот у нас ванная комната. Совмещенная с туалетом. Ну, я думаю, мы тут на пыль ничего не будем проверять. И ревизора не будем приглашать. Вот такой у нас шикарный вид из окна. Так, очень длинные шторы. А, ну отсюда видно вот русскую баню. Я так думаю, что, наверное, надо немножко поспать. Потому что вечерком
пойду в тот самый Ледовый дворец покататься на коньках. Ну, на каток кататься. Вот он, вечерний Череповец. А я иду в Ледовый, вот на эту арену, кататься на коньках. Ребята, нахожусь вот на массовом катании. В том самом Ледовом дворце, где состоится завтра матч. Северсталь Нефтехимик. Вот у нас хоккеист. Скорее всего, Северсталевский тренируется. И еще один. Здесь изображен герб Череповца. Ладно, продолжаем кататься. Времени осталось немного. Друзья, в общем, накатался я с удовольствием. Давно уже не стоял на коньках. Если честно признаться, то за всю жизнь третий раз только на коньки стал. И сейчас я иду в своей гостинице. Взял себе возможность перекусить. Всем спокойной ночи. Мы уже увидимся с вами завтра на хоккейном матче с Северсталь Нефтехимик. Всем пока.